Здравствуйте. Эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Взяли курс на импортозамещение. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников компании «Энерготехмаш» с 70-летием со дня основания завода и оценил производственные мощности предприятия. Поощрили отличников и медалистов. Лучшие выпускники Самарской области побывали на экскурсии в Москве. Хороший шанс заявить о себе. В Самаре прошли прослушивание студентов Института культуры в Академию современной музыки. Взяли курс на импортозамещение. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников компании «Энерготехмаш» с 70-летием со дня основания завода, а также оценил производственные мощности предприятия. Оно было образовано в 1953 году как ремонтный участок автотранспортного предприятия при строительстве ГЭС. Сейчас в состав производственного комплекса входят прессовые и инструментальные цеха, а также экструзии, участки доводки матричных комплектов и покраски алюминиевых профилей, а также комплекс объектов, обслуживающих предприятия. Загрузка производства алюминия составляет 75%. Загрузка прессового производства увеличена до 50%. Энерготехмаш выпускает более 5000 видов профиля, а общий годовой объем производства составляет свыше 12 тысяч тонн. Предприятие взяло курс на импортозамещение. Сейчас там производят комплектующие для АвтоВАЗа. Темпы его развития напрямую влияют на загрузку Энерготехмаша. Сегодня в 14:34 по московскому времени серийные ракетные двигатели РД-107А и 108А, произведенные самарским предприятием ОДК, обеспечили успешный старт ракеты-носителя с космодрома «Восточный». На орбиту отправлена группировка из 43 российских и иностранных спутников. Запуск «Союза-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» прошел штатно. На борту также присутствовал космический аппарат «Метеор-М», который предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. В Самаре в учебном центре трамвайно-троллейбусного управления прошло совместное заседание Совета ассоциации «Волга-Автотранс» и Общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губернской думы. Участники встречи обсудили актуальные вопросы работы пассажирских предприятий в условиях санкций, подготовку к 20-му областному конкурсу профессионального мастерства водителей автобусов, а также вопросы поставок новой техники, набора и обучения персонала. Ассоциации «Волга-Автотранс» в этом году исполняется 25 лет. Ее главные цели — защита интересов членов организации и взаимодействие с различными органами власти. Кроме того, участники заседания наградили лучших сотрудников пассажирских перевозчиков, ознакомились с территорией предприятия и оценили производственную деятельность ТТУ. Для гостей провели и экскурсию по обновленному учебному центру. Конечно, я этому рад, потому что на нас обратило внимание должностные лица, органы власти Самарской области. С их помощью люди обратят на это внимание и к нам пойдут, потому что мы стабильно работаем, значит, у нас стабильная зарплата, поэтому я очень доволен. И, конечно, мне это очень приятно и лестно, что вот на нашем таком вот маленьком-маленьком предприятии такое большое важное событие. В учебном центре трамвайно-троллейбусного управления ждут желающих трудоустроиться. Будущих водителей обучат управлению транспортом, гарантируют трудоустройство и единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Молодым сотрудникам также полагается ежемесячная доплата к основному заработку. В учебном центре ТТУ можно повысить квалификацию. Здесь планируют обучать сторонних сотрудников, в том числе по направлению, связанному с охраной труда. Для этого уже закупили оборудование и нашли преподавателей. В планах предложить свои мощности не только самарцам, но и жителям других муниципалитетов региона. Неравнодушные жители Самары продолжают оказывать помощь нашим бойцам на передовой в зоне спецоперации. Поддерживают военных как морально, так и материально. Одно из предприятий города запустило пошив специальной современной формы экипировки, которая готовится с учетом пожеланий и нужд бойцов на фронте. На производстве побывала наша съемочная группа. Кровь очень быстро идет, кому может потерять сознание, умеет потерять кровь. Но надо быстро перевязаться. Поэтому это называется аптечка Вершова. Быстро выдергивается. Здесь идет жгут или турникет, и индивидуальный перевязочный пакет. Десятки таких современных аптечек уже на передовой. Сохраняют жизни самарских бойцов. Александр Катаев и его супруга Елена готовятся к сбору следующей партии гуманитарной помощи в зону спецоперации. Проверяют наличие всей необходимой амуниции. Спрос большой, но и склады предприятия готовы его удовлетворить. Когда все эти события известные начались, вот не мог стоять в стороне как бы от всего. Это все переживал, читал, смотрел, также помогал, отправлял помощь вот от себя, от семьи.
И когда началась мобилизация, уже все как бы это все началось уже в совсем другом ключе. Уже решили сами уже помогать армии именно с амуницией. Производство заработало 8 месяцев назад. Сейчас предприятие состоит из двух корпусов. В одном из них начинается работа над снаряжением для бойцов. По готовым лекалам специальный лазерный станок нарезает материал. Его готовят для отправки во второй цех производства. Уже здесь к ткани прикладывают руки умелые мастера. Каждый занят своим делом. Отдельно изготавливают составные части и собирают воедино. Из-под иглы швейной машинки выходит все необходимое снаряжение. От корпуса бронежилета до подсумок для автоматных магазинов и гранат. Поначалу, после долгого профессионального перерыва почти в 20 лет, было непросто освоить изготовление таких специфичных изделий, но благодаря интересу и желанию помочь дело сладилось, рассказывает один из мастеров предприятия Елена Эккерт. Очень долгое время не шила, ну вот профессия позвала в самый нужный момент. Это сложно поначалу, но это жутко интересно. Мы же с положительными мыслями, мы прям вот посылаем эти мысли ребятам. Мы же их защищаем не только одеждой, но и своими мыслями. Одно из главных преимуществ этого современного производства – изготовление экипировки с учетом пожеланий бойцов. В зависимости от задачи – разведка, штурм и других – формируется комплект. Есть облегченные версии для маневренности на поле боя, есть тяжелая амуниция, когда бойцу во время штурма нужно быть максимально защищенным. Руководитель предприятия Александр по возможности сам связывается с самарскими защитниками в зоне спецоперации. Также начальники воинских частей присылают письма, в которые вкладывают список, что сейчас больше всего необходимо и какому подразделению. Обеспечивать покупку и доставку помогают неравнодушные самарцы и благотворительные фонды. Периодически в зону СВО предприятие присылает гуманитарные грузы, в которых также экипировка. Гуманитарная помощь от объединившегося народа, мам, пап, бабушек, жен, она очень, очень поддерживает наших бойцов, и они чувствуют эту поддержку. Выражаем огромную благодарность Александру, который пошил для нас специально эти бронежилеты. Они супер легкие, супер удобные. Будем теперь ездить за рулем наших военных автомобилей, вспоминать его добрым словом. Спасибо городу Самаре, всех тех людей, которые беспокоятся, помнят о нас. Победа будет за нами, враг будет разбит. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается конкурс эскизов идей памятника специальной военной операции и ее героям. Принять участие могут все самарцы. До 1 июля 2023 года на указанные на экране адреса жители могут прислать свои предложения, содержащие эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения нового мемориального сооружения на территории Парка Победы. А теперь коротко о других темах дня. В аэропорту Курумыч появится сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов. Таковы результаты встречи губернатора Дмитрия Азарова и генерального директора «Акрон Холдинг» Павла Морозова. Руководство холдинга намерено в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве с компанией «Аэропорты регионов». Инвестиционный проект планирует реализовать в несколько этапов и создать более сотни новых рабочих мест. По мнению губернатора, это создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности региона и аэропорта Курумыч в борьбе за лидерство в Поволжье. В создании такого центра по ремонту и обслуживанию самолетов выразили и партнеры из Ирана во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. Любителей авторской песни на фестиваль доставит уникальный исторический состав «Грушинский экспресс». Поезд назначен на все время проведения Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Напомним, он пройдет с 29 июня по 2 июля. Поезд оформлен в стиле 1980-х. Вагоны темно-зеленого цвета дополнен символикой на тему туризма. В каждом вагоне установлены сиденья с деревянными рейками в стилистике того времени. А один из вагонов представляет собой своеобразный концертный зал со сценой, скамейками и столиками выполненными в виде гитары. Для пассажиров ретро-поезда выступления бардов начнутся уже в пути следования с оборудованного вагона сцены с возможностью видеотрансляции по всему составу. Импровизированная сцена в поезде будет работать в формате свободного микрофона для всех желающих. Скорректирована дата начала действия временного ограничения движения транспорта в связи с проведением Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Ранее сообщалось, что ограничения начнут действовать с 29 июня. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движение транспорта по дороге в поселок Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции 135 километр, от КПП номер 1 до КПП номер 2. Ограничение будет действовать с 8 утра 27 июня до 8 утра 3 июля. Ограничение
предупредительная мера не распространяется на спецмашины, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля. На этой неделе волонтеры приступили к маркировке пешеходных маршрутов по живописным местам региона в рамках проекта «Большая Самарская тропа». Туристическая тропа, соединяющая Самару и Тольятти общей протяженностью 200 километров, была создана в 2022 году в рамках проекта по развитию инфраструктуры оздоровительной ходьбы «Тропа здоровья». Инициатива поддержана фондом президентских грантов и реализуется при организационно-методической поддержке Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. «Большая Самарская тропа» состоит из нескольких альтернативных маршрутов различного уровня сложности. Маршруты пролегают по лесистой местности, в том числе по особо охраняемым природным территориям, с горными участками по берегам реки Волга и озер Волжской поймы, обзорными площадками и туристическими объектами. Тропу можно будет пройти как целиком, так и частями, доехав до определенной части маршрута на электропоездах железнодорожной ветки Самара-Жигулевское море. От их знаний и умений зависит качество подготовки будущих школьников. В Самаре подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2023». За звание лучшего педагога боролись больше 30 претендентов. Победителем стал самарский воспитатель одного из муниципальных детских садов. Также стало известно имя лучшего физинструктора дошкольного учреждения. Специальную номинацию учредили в этом году. Все подробности узнала наша съемочная группа. Воспитатель Нина Беляева уже больше 11 лет трудится на благо дошкольного образования. Вспоминает, к конкурсу профессионального мастерства готовилась целый год. Уникальные методики преподавания, с помощью которых в саду работают с детьми с тяжелыми нарушениями речи, вошли в исследование, представленное жюри. О выработанных системах Нина рассказывает и в своем блоге. Как итог, молодому специалисту присвоили звание «Воспитатель года 2023». Можно сказать, профессия сама меня нашла, да, скажем так, потому что все-таки мое первое образование немного другое. Вот, я пришла на эту работу, но настолько она мне по душе, настолько я ее люблю, вот, что уже и получила образование выше уже в педагогике в дальнейшем, и вот уже на протяжении стольких лет я работаю. Это душа. Другого не скажешь. В рамках конкурса впервые наградили и лучшего преподавателя физкультуры. Номинацию «Физинструктор года» учредили в начале 2023-го. За победу в этой категории боролись 26 претендентов, представителей 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. Победителем стала Ирина Лобина, физрук одного из детских садов Нефтегорска. Звание лучшего инструктора года женщина получила за разработку методики преподавания, по которой дошкольники готовятся к сдаче норм ГТО. На счету педагога более 50 детей, обладателей знаков отличия разных номиналов. Сначала были немного трудности, да, а потом, когда мы стали работать по этой технологии, опробировали ее, и ребята успешно сдают комплекс ГТО на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Воспитатель года – один из самых престижных конкурсов в сфере дошкольного образования. Победителю областного этапа предстоит защищать честь региона на этапе всероссийском. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России 2023» совсем скоро пройдет в Волгограде. Данные участники являются воспитателями муниципальной системы. И только благодаря вот этой комплексности муниципальной системы, региональных властей и именно федеральной поддержки всей системы образования люди на сегодняшний день ощущают, педагоги Самарской области ощущают вот эту значимость и достигают тех вершин, которые мы сегодня убедились и увидели. Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» проводится уже более 10 лет. Сейчас проходит при поддержке национального проекта образования правительства Самарской области и главы региона Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Они 11 лет хорошо учились и заслужили поощрение. Выпускников-медалистов со всего региона наградили поездкой в Москву. Вместе с ними в путешествие отправилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Они мечтали об этом моменте, несколько лет налегая на учебу. 90 выпускников общеобразовательных школ Самарской области получили поощрение в виде поездки в Москву. В их числе круглые отличники, учащиеся из семей участников СВО, семей, нуждающихся в социальной поддержке, претенденты на медаль за особые успехи в учении. Я являюсь чемпионом по настольному теннису. Это способствовало
моей хорошей учебы, учебе в школе. Это дало мне мотивацию и уверенность в себе. После чего я начал хорошо учиться, закончил школу на одни пятерки. И, как вы видите, я оказался здесь. Я весь год была очень активным учеником, участвовала в различных конференциях, олимпиадах, получила золотую медаль, да, закончила школу на пятерке. Я еду в Москву. Так неожиданно, очень приятно, очень радостное событие, которое запомнится в жизни навсегда. Я очень рад, на самом деле, что я попал на такое масштабное мероприятие. Я очень горд, что представляю Самарскую область на всероссийском уровне. Проводить ребят железнодорожного вокзала вместе с семьями и близкими выпускников приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вы этого заслужили по праву, своим старанием, упорством, учебой, конечно, результату, с которым вы пришли к окончанию школы. Вы заслужили это право быть в числе лучших выпускников нашей страны, нашей великой Родины России в этот день. Традицию отправлять лучших выпускников в Москву заложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Эта акция носит в том числе и социальный характер. В этом году Кремлевский бал был отменен, и Александр Хинштейн в столице встретился с ребятами. Значит, мы постараемся, ребят, для вас организовать максимально насыщенную программу. Я договорился сейчас уже с Третьяковской галереей, потому что для вас сегодня там организуют экскурсии. Завтра у нас с вами поездка в музей Царицын. Очень интересно, вышла царская резиденция. Ну и подумаем, что еще для вас сделать с тем, чтобы приезд в Москву и ваше пребывание здесь вам действительно запомнилось. Александр Хинштейн обратил внимание молодых людей на важность дальнейшего выбора жизненного пути. В Самарской области создаются все условия для того, чтобы выпускники продолжали учебу в регионе и становились востребованными специалистами. В завершении встречи фото на память и пожелание доброго пути и отличного настроения. В столице выпускники провели 2 дня. Для них организовали экскурсию в Третьяковскую галерею. Потом побывали на Воробьевых горах и сделали фото на память. Мне все очень понравилось, особенно Третьяковская галерея. И сейчас мы здесь наслаждаемся прекрасным пейзажем. Настроение отличное, все хорошо. Во второй день пребывания в столице выпускники побывали в музее-заповеднике Царицына. Ребята увидели дворцово-парковый ансамбль, созданный по заказу Екатерины II выдающимися архитекторами второй половины XVIII века Матвеем Казаковым и Василием Баженовым в готическом стиле. И, конечно, много гуляли по Москве, заходили в легендарный ГУМ, побывали в парке Зарядье, прогулялись по Никольской. Мы увидели очень много различных московских достопримечательностей, различных старинных экспонатов. Вот. Это на самом деле очень круто и для меня лично, потому что в будущем я планирую поступать в университет, который находится в городе Москва. И, соответственно, таким образом я буду очень хорошо ориентироваться здесь. Ну и поэтому за это хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия. В этом году в Самарской области школы закончили почти 12 тысяч 11-классников. Более 1800 ребят получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в учении. По итогам прошедших ЕГЭ 100-бальные результаты у 188 выпускников. Из них 14 человек получили 100 баллов по 2 предметам. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Хороший шанс заявить о себе. В Самаре прошли прослушивания для авторов в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Это уникальный проект по выявлению талантливой молодежи в музыкальной сфере. Авторы получат возможность стать студентами образовательных программ, выступить на российских фестивалях, а также выпустить собственный сингл. Ксения Баканова продолжит тему. Алиса Монахова-Седова исполняет лирическую песню «Груженька». Для многих фольклор – это кокошник, матрешка в руках и нарумяненные щеки. Однако все не так просто. Народное искусство может быть современным, уверена артистка. Очень красивая лирическая песня. Рассказывает о том, что молодая девушка на распутье. Она любит молодого парня, хочет за него замуж, а он ее замуж не зовет, а родители отдают за старого, состоятельного мужчину. Вот об этом история этой песни. Такие метры. Это вообще счастье, если мы пойдем на образовательное обучение, потому что от них услышать комментарии
неважно, положительно, отрицательно, это очень важно. В Самаре прошли прослушивания для авторов в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Этот кастинг – проект для талантливой молодежи, которая создает музыкальный контент. Он реализуется на средства президентского фонда культурных инициатив при поддержке администрации Самары и Самарского государственного института культуры. Для ребят чрезвычайно важно услышать совет, который, возможно, перевернет их творческую жизнь, заставит их поверить в свои силы и реализовать все свои творческие замыслы и возможности на сцене. А услышать это слово и совет от действующих мастеров российской сцены – это вдвойне почетно и, я думаю, что нужно. Самые талантливые молодые авторы получат шанс стать студентами образовательного проекта, выступить на российских фестивалях, а также выпустить собственный сингл. Они стараются выявить и поддержать именно авторов-исполнителей. Не просто замечательно вокализирующих музыкантов, певцов, но и прежде всего тех, кто создает и потом сможет продвинуть свой собственный музыкальный контент. Эксперты говорят, для того, чтобы стать настоящей звездой, важно быть непохожим на других. Ведь копии сегодня никого не интересуют. Чем более ты индивидуален, тем более ты интересен. Я многим говорил из тех, кого мы прослушивали, что большинство из вас встает в длинную очередь за зарплатой в очень маленькое окошко. И пока до вас дойдет время, окошко уже закроется. Старайтесь быть ни на кого не похожими. И для вас откроются огромные, большие окна. Проект не лепит будущих звезд, а развивает собственный талант конкурсантов, открывает творческие грани и воплощает в реальности все музыкальные задумки. Конечно, через музыку, особенно через малые формы, такие как песня, да, можно быстрее найти, протоптать тропинку к душам людей, прямую тропинку, завивать их сердце, завивать внимание и через это объединять людей под правильными идеями. Самарская область стала одним из 10 регионов, которые принимают наставников Академии современной музыки. После очных прослушиваний Ольга Кормухина и Алексей Белов выберут 10 представителей от каждого региона. Однако только один из них получит возможность принять участие в финальном гала-концерте в Москве. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре завершается сезон клубники. По всему городу продают душистую ягоду. Мы выяснили, как выбрать самую вкусную и безопасную. Клубники немного, я думаю, будет недолго. Неделю, может быть, полторы еще. Какая вот на вид вам нравится? 299, почти килограмм. Елена Баканова покупает домой клубнику. Рассказывает, сезон уже близится к завершению, а она еще не пробовала царицу лета. Не уверен – не бери. Этим правилом руководствуется Елена, когда приходит на рынок. Ведь хорошую ягоду видно издалека. Ну, при выборе мы, естественно, обращаем на ее внешний вид. Ягоды должны быть достаточно крупные, сухие, без каких-то признаков плесени. И от них должен исходить приятный аромат, как от моей клубнички. Однако не всегда размер имеет значение. Наоборот, слишком большие ягоды могут вызвать недоверие у покупателя. Если клубника очень сильно крупная, некоторые пугаются, потому что такие сорта гигантелла, она не всегда бывает, не многие ей занимаются и выращивают, поэтому в основном некоторые люди, особенно пожилые, они клубнику крупную не берут, боятся, что это турецкая ягода. Сейчас сезон ягоды, чужой ягоды нет, вся в основном наша местная. Плоды спелой клубники на кустах часто касаются земли, поэтому перед употреблением ее важно тщательно промыть под струей прохладной воды. При этом замачивать ягоды не рекомендуется, иначе клубника потеряет вкус, аромат и быстро испортится. Конечно, клубника – это вкусная ягода, полезная, является источником витаминов, минеральных веществ, клетчатки. Но также нужно помнить, что клубника может быть и причиной возникновения кишечных заболеваний и паразитарных заболеваний. Поэтому обязательно необходимо перед употреблением клубники ее тщательно мыть. После сушки ягоду нужно переложить в контейнер с бумажным полотенцем, неплотно накрыть крышкой и убрать в холодильник. Ксения Баканова, Сергей Баскин, Петр Паламеев. События. Самарские рэперисты стали лучшими на открытом чемпионате союзного государства. Женские крылья Советов сыграли в ничью с Краснодаром. А Дарья Касаткина одержала первую победу на травяном покрытии в этом году. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта».
14-м туре женской футбольной суперлиги «Крылья Советов» играли на выезде с Краснодаром. Счет в матче был открыт Софией Ивановой после розыгрыша штрафного удара на 35-й минуте. Во второй половине встречи на 48-й минуте хозяйки поля счет сравняли. В оставшееся время никому не удалось изменить счет. Ничья 1-1. «Крылья Советов» остаются на последнем месте в чемпионате, имея в активе 3 очка. В рамках суперлиги следующий матч «Крылья» проведут с казанским «Рубином» 1 июля. В британском Истбурне начался теннисный турнир категории WTA 500 на траве. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в первом раунде встречалась с украинкой Ангелиной Калининой и обыграла ее 6-3, 6-1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Дарья трижды подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейкпоинта из 6. Касаткина впервые в сезоне выиграла матч на травяном покрытии. Во втором круге турнира в Истбурне она сразится с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. В Челябинске прошли чемпионаты первенства России по роллер-спорту в дисциплине спидскейтинг. В состязаниях приняли участие более 160 спортсменов из 15 регионов России. В рамках соревнований было разыграно 40 комплектов наград. По итогу турниров в общекомандном зачете сборная Самарской области заняла второе место с 17 медалями. В активе команды 63-го региона 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Также Анна Кукушкина обновила рекорды России на спринтерских дистанциях 100 и 1000 метров. В Нижнем Новгороде состоялись всероссийские соревнования по триатлону среди спортсменов с ПОДа и нарушением зрения, проводимых в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Борьбу за медали вели около 30 спортсменов. В классе PTVI победу одержали представители Самарской области. Триатлет Андрей Буков и его лидер Артем Афанасьев финишировали первыми и завоевали золотые медали. В Беларуси завершился открытый чемпионат союзного государства по фехтованию. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены двух государств – России и Беларуси. Как и год назад, золотые медали в командном первенстве параперии среди мужчин завоевали фехтовальщики Самарской области – Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Дмитрий Трофимов. В финале они переиграли соперников из Башкортостана с минимальным перевесом 44-43. В личном первенстве турнир выиграл самарец Кирилл Бородачев. В решающем поединке он обыграл Григория Семенюка из Подмосковья 15-12. Бронзу выиграл представитель 63-го региона Антон Бородачев, уступив в полуфинале своему брату Кириллу со счетом 11-15. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Советского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает, как вернуть денежные средства при отсутствии чека. Закон Российской Федерации о защите прав потребителей гласит, что продавец не может ссылаться на отсутствие чека, отказываясь принять товар обратно. Приобретение товара может быть доказано иными способами. Выпиской со счета банковской карты, если оплата производилась безналично, электронным чеком. Покупатель может запросить его у продавца при расчете. Информации о начислении или списании бонусов с карты постоянного покупателя, если она использовалась при покупке, отметками, сделанными продавцом в гарантийном талоне, паспорте изделия и других подобных документах, показаниями свидетелей, в присутствии которых происходила покупка. Покупателю необходимо подать письменную претензию. Продавец обязан вернуть деньги на банковскую карту покупателя либо передать наличные. Администрация Самарского района сообщает, что волонтеры, помогающие участникам СВО, сами нуждаются в помощи. Когда дело касается защиты своей родины, очень важно иметь при себе арсенал необходимой экипировки. Маскировочная сеть для солдата, который находится на позиции, будет не менее важна, чем бронежилет и каска. Такая сеть может в прямом смысле спасти жизнь. Сейчас волонтеры остро нуждаются в людях, которые смогли бы помочь в плетении, либо же оказали посильную финансовую помощь в приобретении материалов. Волонтеров ждут по адресу Некрасовская, 62, кабинет 201, с 10 утра до 8 вечера. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан предусмотрена компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. На своей страничке в телеграм-канале они выложили ролик, в котором подробно начальник отдела организации социальных выплат Юлия Мельникова рассказывает, кто и при каких условиях может получить выплату. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!